Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. В республиканской столице продолжается комплексная поддержка семей мобилизованных военнослужащих. В Зеленчукском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Фроловский и уже подключены первые потребители. Карачаево-Черкесия в третьем квартале этого года заняла первое место среди регионов России по производству минеральной воды. И Амаль Киретов, и Амаль Джендубаев представят сборную России на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Далее подробно об этих темах и не только. В правительстве Карачаево-Черкесии обсудили развитие импортозамещения на территории республики при содействии Росатома. Совещание прошло с участием директора представительства по Южному федеральному округу госкорпорации «Росатом» Павла Хаценко. Напомним, что в связи с наложением санкций недружественными странами на Россию президентом страны было дано поручение о скорейшем развитии импортозамещения в России. Государственная корпорация «Росатом», опираясь на уже имеющуюся развитую научно-техническую базу, уже приступила к созданию инновационных производств, позволяющих в сжатые временные сроки заместить ввозимую из-за рубежа продукцию на отечественные аналоги, отметил председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов. Так, в кратчайшие сроки предприятиями, входящими в госкорпорацию «Росатом», налажен выпуск медицинской продукции, современных композитных материалов, объектов солнечной ветряной генерации, оборудования для накопительной энергии и не только. Далее цитата премьер-министра республики. «Считаю, что у нас сейчас появилась уникальная возможность плотно повзаимодействовать с госкорпорацией «Росатом» и минимизировать риски исчезновения с нашего рынка любого иностранного оборудования, вывести абсолютно на новый уровень нашу науку и улучшить нашу медицину», закончилась цитата Мурата Аргунова. Печальная новость. На 95-м году жизни не стало Лидии Алексеевны Посохиной, ветерана Великой Отечественной войны. Лидия Николаевна прожила непростую, но долгую и достойную жизнь. Будучи подростком, воевала в составе эвакогоспиталя Прибалтийского фронта, после трудилась, поднимала страну в послевоенное время, а с 1967 года уроженка Калинина, ныне Тверь, переехала вместе с семьей в нашу республику, в Черкесск, где работала диспетчером пожарной охраны на заводе РТИ. Свои соболезнования в связи с кончиной Лидии Посохиной выразил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. «Для каждого из нас Лидия Николаевна – пример отваги, любви к родине и трудолюбия», написал в своем телеграм-канале руководитель региона. В Зеленчукском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Фроловский и подключены первые потребители. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Поляков, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Олег Дергачев, руководители района и сельской администрации. Ежегодно благодаря совместным усилиям «Газпрома» и властей республики природный газ приходит в самые отдаленные населенные пункты региона. Жители получают возможность жить качественнее и с комфортом, отметил Олег Дергачев. От имени группы «Межрегионгаз» искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием. В хутор Фроловский пришел сегодня природный газ. Сегодня все 136 домовладений хутора имеют возможность подключения к природному газу. В Зеленчукском районе работа по дегазификации ведется очень активно. В настоящее время, на сегодняшний день, принято более 600 заявок, 70% из которых уже реализованы. 126 домовладений района уже подключены. Межпоселковый газопровод протяженностью 5 километров построен в рамках программ развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии. Подключиться к природному газу смогут 136 домовладений. Об этом рассказал глава администрации Зеленчукского района Алексей Науменко. Ранее они тратили огромные деньги для того, чтобы сделать проект и подвести до границы раздела. Но это была проблема для жителей. Сегодня эту проблему сняли. Это им облегчили. Почему? Потому что сделать проект внутреннюю часть домовладения – это намного проще и лучше. Поэтому жители довольны.
Комплексная поддержка семей жителей Черкесска, призванных в рамках частичной мобилизации, продолжается. В мэрии города заверили, что ни одно обращение не остается без внимания и решения. Никакого формального подхода в этом вопросе нет и не может быть, сказал мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Сейчас двум семьям оказывается помощь в ремонте. По заявке 5 семей будут выделены средства на приобретение лекарственных препаратов, детского питания и одежды. Еще 2 семьи получили медицинскую помощь, 3 помогли оформить меры социальной поддержки. Решаются также вопросы трудоустройства родных мобилизованных горожан. По запросам организуются консультации специалистов в разных сферах. Напомним, за каждой семьей мобилизованных жителей Черкесска закреплен социальный работник. По данным Центра развития перспективных технологий, Карачаево-Черкесия в 3-м квартале этого года заняла 1-е место среди регионов России по производству минеральной воды. В частности, в республике произвели около 134 миллионов литров минеральной воды, что на более чем 22% больше по сравнению со 2-м кварталом. В топ-5 производителей минеральной воды также вошли Ставропольский край, Новосибирская область, Москва и Липецкая область. В соседних Краснодарском крае 6-е место и Ростовской области 20-е место наблюдается существенный прирост объема производства на 13,7% и 23% соответственно. В школе села Садово Прикубанского района прошла встреча участников программы «Земский учитель» с министром образования и науки Карачаево-Черкесии Инной Кравченко. В рамках встречи учителя провели открытые уроки и обсудили насущные проблемы в ходе круглого стола. Слово руководителю ведомства Инне Кравченко. Суть в том, что те дефициты педагогические, которые сегодня имеют место быть в наших общеобразовательных организациях, за счет данной программы мы сможем эти дефициты ликвидировать. Сегодня мы встречаемся с земскими учителями, посещаем их открытые уроки. В конце мы будем подводить итоги, делиться опытом и определять новые педагогические траектории. В Черкесске продолжается диспансеризация горожан, переболевших коронавирусной инфекцией. В сентябре углубленный медосмотр прошли более 600 человек. За 9 месяцев этого года свыше 7 тысяч. Медики напоминают, что самый эффективный и безопасный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания – вакцинация и ревакцинация. Эксперты призывают не игнорировать этот важный компонент противоэпидемической борьбы, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. По-прежнему в республиканской столице можно привиться в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. Для горожан доступны все отечественные вакцины. За последние 6 лет в Черкесске по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое лифтовое оборудование установлено в 44 многоквартирных домах. Об улучшении качества жизни горожан и некоторых проблемах, которые возникают при эксплуатации оборудования, рассказала ведущий инспектор управления ЖКХ мэрии города Елена Димитровская. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе, и люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные, в них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывает то, что не успели пустить лифты в работу. Как что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Благоустройство парков и скверов нашей республики в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» продолжается. Уже к концу года в Черкесске будут полностью завершены работы в парке РТИ, который обустраивался в 4 этапа. Теперь у жителей прилегающего района республиканской столицы абсолютно новый и комфортный парк, отвечающий самым высоким стандартам и запросам, рассказывает ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкесска Руслан Жукаев.
было проведено 3 этапа работ. Это и фонтан, и дорожки, и велосипедные дорожки. То есть все этапы мы ранее уже освещали, говорили. На данный момент идет работа по завершению 4-го этапа. Это получается у нас обустройство пешеходных дорожек. То есть мы кладем плитку. И также будет построен общественный санузел, который здесь по обратной связи от граждан города Черкесска был необходим. То есть на данный момент мы завершаем эти виды работ, мы покроем все зоны черноземом, к весне будет уже доделано озеленение. Народный фронт направил в мэрию Черкесска замечания по благоустройству дворов по улице Магазинной. Существенные нарушения допущены при благоустройстве дворов по адресам Магазинная 30 и Магазинная 26 и 26А. Среди замечаний – незакрепленные бордюры, отсутствие фонарей, опасное детское игровое оборудование. По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилы Капушевой, установленные во дворах бордюры не закреплены должным образом, некоторые уже разрушились под колесами машин. А в других дворах подрядчики просто сэкономили на цементно-песчаном основании при укладке плитки. На Магазинной 30 – в зоне отдыха нет фонарей. Здесь же не обрезаны аварийные деревья, представляющие опасность. Особое внимание Народный фронт уделил безопасности детских площадок. Эксперты отметили, что здесь установлено ограждение, которое не позволит неожиданно выскочить ребенку на проезжую часть. Однако все игровое оборудование, закупленное, видимо, у одного поставщика, либо опасное, либо аварийное. Везде установлены так называемые качели-убийцы. Сиденья у них на жесткой сцепке. Резиновое покрытие уложено с нарушениями, не хватает соединительных деталей. В итоге оно вздыбится и станет опасным за один сезон. В производстве Зеленчукского следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения в станице Кордоникская в отношении малолетней действий сексуального характера. Подробности у Евгении Перфильевой, старшего помощника руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии. По данным следствия, вечером 6 июля 2022 года мужчина, увидев возле двора одного из домовладений, расположенных в станице Кордоникская, 6-летнюю девочку, совершил в отношении последние иные действия сексуального характера. В настоящее время следователями установлен мужчина, подозреваем в совершении указанного преступления. Им оказался 34-летний житель села Архыз, который скрылся с места происшествия. Сотрудниками следственного отдела выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника и обстоятельств совершенного преступления. В связи с изложенным, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Узденова Рустама Борисовича, сообщить по телефону 8 999 126 77 12 или 02. В Карачаево-Черкесии стартовал проект «Клуб управленцев БОС-сообщества». Благодаря нейротехнологиям у активной молодежи республики появилась уникальная возможность прокачать свою мозговую деятельность, а в будущем применить все полученные навыки в разработках идей и проектов для развития Карачаево-Черкесии. Подробности у генерального директора фирмы «Neurospace» Владимира Ванина. Будем рассказывать про то, как можно с помощью нейротехнологий очень быстро и эффективно развить способности человека, то есть память, внимание, концентрацию на 30% в месяц и быстрый выход из стресса за 40 секунд. Соответственно, это инновационный продукт, который, несмотря на всю свою новизну, клинически применяется уже с 1968 года. Но раньше применялся только в закрытых заведениях специальных, типа Роскосмос там, и так далее. Постепенно стал уже доступен людям после того, как наступила миниатюризация, и программисты смогли создать математический аппарат для вычищения сигнала на фоне шума. С наступлением в республике холодного времени года жители ежедневно прибегают к использованию в жилых домах и квартирах обогревательных приборов. Следственное управление Следственного комитета страны по Карачаево-Черкесии уделяет большое внимание профилактике происшествий, связанных с гибелью людей в результате несчастных случаев, и призывает граждан внимательно и ответственно относиться к эксплуатации водонагревательных колонок, плит, отопительных котлов, электрообогревателей и другого оборудования.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике уделяет большое внимание профилактике происшествий, связанных с гибелью людей в результате несчастных случаев, и призывает граждан внимательно и ответственно относиться к эксплуатации водонагревательных колонок, плит, отопительных котлов, электрообогревателей и другого оборудования. К трагедии могут привести как его неисправность, так и неправильная эксплуатация в жилых помещениях. Установка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна осуществляться только уполномоченными лицами. Необходимо своевременно обслуживать установленное газовое оборудование, не препятствовать доступу в помещение представителей газовых служб и управляющих компаний для его проверки, а также проверки дымохода. А при выявлении неисправности незамедлительно обращаться в специализированные службы для их устранения и предотвращения возможных последствий. До 20 ноября мэрия Черкесска проводит второй городской конкурс на лучшее литературное эссе или видеосообщение антинаркотической направленности «Выбор в пользу жизни». В нем могут принять участие все желающие от 14 до 20 лет, а также некоммерческие организации и молодежные волонтерские движения. Участники конкурса будут оцениваться по двум возрастным категориям – 14-17 лет и 18-20 лет. Конкурсная работа должна представлять собой видеосообщение антинаркотической направленности длительностью не более 45 секунд в формате MP4 или эссе, которое включает рассуждение и аргументированное изложение позиции автора на социально значимую тему, связанную с проблемой распространения наркотиков объемом не более 2000 знаков. Работы должны быть жизнеутверждающими, пропагандировать здоровый образ жизни, принадлежать участнику конкурса и не нарушать законодательство об авторском праве. По мере поступления они будут размещаться на официальных аккаунтах мэрии Черкесска, в социальной сети ВКонтакте и Телеграм. Победитель будет определен путем подсчета лайков, голосов под каждой публикацией участника. Последний день предоставления творческих работ – 15 ноября. С 4 по 6 ноября в Архызе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта «Funk and Beats». Участника фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны. Идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером, атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Амаль Кирейтов и Амаль Джандубаев представят сборную России на международных соревнованиях по спортивной борьбе. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже имеют внушительное количество побед в своей копилке. Состязания пройдут среди юношей до 18 лет на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, которые стартуют 29 октября в Красноярске. Ну и последняя информация. В республике состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. В состязаниях принимали участие более 200 спортсменов 2005, 2007, 2008, 2010 годов рождения со всех районов Карачаево-Черкесии. Вольники боролись в 12 весовых категориях. Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» Карачаевска. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12. В Черкесске без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 18. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!